Small Kingdom. Маленькое королевство, короче. Управляйте небольшим фэнтезийным королевством. Победите своего соперника, строя города и армии. Точнее, отстраивая города и армии. Потому что города как бы здесь есть, их надо отстраивать. На карте мира и командуя своими войсками на поле битвы. Small Kingdom — это упрощенная глобальная стратегия, стратегия в реальном времени. Пролог Small Kingdom — это бесплатная вводная кампания. Ладно, в общем-то это тут нормальная есть оптимизация, более-менее нормальная графика и боевка. Да, тут в принципе так называемая массовая стратегия с пачками юнитов, захват замков противника и прочее. Но вообще-то не совсем понятно, насколько она будет глобальна. Насколько я понял, она глобальной вообще не будет. Ну, насколько также будто она обширная и разнообразная, как другие подобные игры, тоже, блин, не ясно. Знаете, есть много глобальных игр с разными юнитами. У каждого свои свойства есть. Знаете, я в эту игру как-то не очень горю желанием играть, если честно. Она очень, по-моему, слабовата. Но хотя, судя по названию, там такая простенькая. Но если будет стоить там разумно, то я себе куплю чисто для коллекции. Вообще, может, кому и приглянется. В принципе, сделано неплохо. Но даже я перечислять игры не буду. Каждый знает серию этих игр, которых у вас. Каждый юнит обладает уникальными особенностями. Каждая раса обладает уникальными особенностями. Это глобальные игры. Да, они у меня есть. Я их еще сержантов подарил. Я их пока не запускал, потому что когда я их запускал, у меня какая-то хрень была с оптимизацией. Они вроде сейчас починили все, но вот времени никак нет нормально в них поиграть, хотя игры хорошие. Но эта игра, это... Я не знаю, попробуйте. Ну, может, реально понравится. Я что-то так как-то... Не очень меня она впечатлила.